Получилась вот такая вот заготовочка. Сейчас нужно сверлить отверстие. Вот что у меня получилось. Вот такая заготовка. То есть болт насквозь идет. Здесь на болтах типа такие наставыши, шайбы или как, проставыши, чтобы болт не цеплялся за корпус съемника. Вот. Осталось мне его разрезать. Ну вот перед тем, как резать, заварить вот эти проставыши, ну, чтобы они не потерялись. Когда буду откручивать, скручивать. Ну и маленько шлифану. Вот наварил здесь эти проставыши. Сварщик из меня аховый. Мне теперь надо обработать. Вот я распилил свою приспособу. Одну уже зажал. Съемник шкива. Одну уже зажал в патрон в токарный. Вторая еще, видите, целая. Начал ее фрезеровать, так сказать. Не знаю, насколько у меня... Ну, вроде получается. Вот, видите, сейчас я поближе посвечу здесь. Вот, вот это был спил. А вот это уже вот такая ровненькая матовая поверхность. Это уже фрезеровка идет. Ну, я думаю, 1 миллиметр надо пройти, чтобы... Абсолютно ровная стала. Выставлял я ее, видите, в трехкулачковый патрон. Два кулачка сверху. Поставил сюда угольник. Вот так вот. Все вроде под 90 градусов. Относительно резца выставил две губки. Я знаю, что они неровные. Ну, как получится, так получится. Думал отвернуть вот таким вот съемником в шкив. То есть... Душа поэта, как говорится, не выдерживает. Хотелось просто отвернуть и все. Но нет, думаю, доделаю все-таки до конца этот шкив. Так вроде неплохо получается. Шлифовать его не буду до блеска, ну и он нафиг. Надоел он мне уже, если честно, ребята. Уже 100 раз пожалел, что начал его делать. Почему? Потому что надо быстрее шкив откручивать. А я тут занимаюсь художественной этой. Для меня это художественное точение. Ну ладно. Будем точить дальше. Поверну сейчас по лимбу на 1/4 миллиметра. Вот так вот. Приходится держать, потому что зажима нет. О! Придумал. Я сейчас вот здесь вот струбциной зафиксирую, чтобы она не ездила. Зафиксировал струбциной, чтобы она вот типа не ездила. Ну, рукой неохота держать. Здесь вот поворачиваешь, а из-за того, что две губки, или как, две стороны по резцу бьет, и лимб нижний, продольная подача, начинает бегать туда-сюда. И вот одной рукой держишь, а другой подаешь. Ну, немножко неудобно. Посмотрим. Так, вот он начал брать. Лимб установил я, как раз посмотрю. Ну, вот он, берем. Потихонечку подача. Чтобы... Не выбила и не сломала резец.
Так, все пока на месте. Прямо поперечную подачу поворачиваю и в ручку отдает. Ну-ка, что у меня тут получается? Ну, идет уже наполовину. То есть, я думаю, еще полмиллиметра и все отшлифуется. Так, что у меня тут получается? А получается у меня, видите, возле этой губки уже до конца, а вот тут немножко в начале, а здесь и здесь на этой губке похожая тоже ситуация. То есть, я думаю, даже не полмиллиметра, а четверть миллиметра хватит, чтобы торец, или как торец, как токаря говорят, торец, не торец, а торец. Торец говорят, наверное, плотники, торец токаря. Хватит, чтобы плоскость вывести все-таки. Сейчас мы ее вот так отведем. Вот она идет прекрасно. Так вот. И включим. Трубцину-то ослаблю. Подведу здесь еще на четверть миллиметра. Подвел даже чуть-чуть больше. Да и фиг с ним. Сейчас трубцину. Одной рукой неудобно, зараза. Вот, кстати, там у одного блогера видел на ТВ4 рычажок специальный. В котором вот эти вот салазки... Где-то вот здесь рычажок чик, фиксируется. Ну, посмотрим. Вот видите, вот тут маленький уголок не отфрезерован. И здесь тоже не отфрезерован. Больше я фрезеровать не буду. Мне достаточно. Может, только скорость увеличу, да пройду. Там вообще не на четверть, а на десятую часть миллиметра. Чтобы почище было всего. А так отлично все вроде получилось. Скорость увеличил. Видите, прохожу для чистоты, так сказать. Ну вот, почище стало намного. Точно так же сейчас сделаем и вот эту половинку. Видите, она какая. Сейчас для сравнения вытащу их. Опа. Вот фрезерованная. Видите, а вот отпиленная болгаркой. Я думаю, отличается. Такую приспособу я сделал, видите, закрутил ее уже на шкив. А теперь что? Теперь, чтобы открутить, ее чем-то зажимать надо. Можно, конечно, там типа газовым ключом или еще чем-то. Но мне необходимо, скорее всего, сделать вот такой вот держатель. Это у меня тоже приспособа лет, наверное, 10 назад делал, а может больше. Я ее откручиваю обычно коленвал. То есть вот так вот, если бы ее прицепить... А изнутри уже можно ключом на 24 крутить. Я здесь разметил под отверстие. Сейчас мне нужно просверлить два отверстия. И тогда уже можно будет прикрутить эту приспособу.
прошел я два отверстия, наметил на них для них ферлом на 6. Теперь надо проходить дальше. Два отверстия готовы. Теперь надо подобрать к ним болты. Теперь нужно эти головки приварить, обварить. Вот здесь возможно обварить для жесткости. Все. Ну вот у меня получилась вот такая штука. Вот видите, заварил здесь. Сейчас все обработать надо. Да, как она меня уже, если честно, достала. Вроде простой съемник, но делаю на века. Свою, так сказать, приспособу недообработанную одеваю. Что-то не очень одевается. О, очень. Теперь вот эта пластина от вот этого воротка служит у меня ограничителем. Так, зажал я вдвое тисков. Конечно, в перспективе надо вот здесь сверлить отверстие, чтобы эту трубу раз туда. И все. Сейчас еще подтяну. Все, вроде бы зажато. Теперь я, значит, понимаю, здесь вот этой пластиной, скорее всего, не очень удобно будет пользоваться, потому что не будет видно, как проворачивается или не проворачивается сам шкив, ради которого мы делали. Ну, хотя вот так, если светить, все будет видно. Пробуем отворачивать. Ключ на 24, головка вернее. Вот он, торжественный момент. Пробуем крутить. Ух ты! Тут можно и ключ сломать. Ни хрена себе, с таким съемником и не хочет слазить. Это да. Представляете, не хватает силы, чтобы сдернуть. Только не ухищрялся его зажать. Вот зажал вот так вертикально, чтобы когда ручка, вот эта вот ручка, вот эта, поднималась вверх, она за собой весь стол, то есть всем своим телом. 80 килограмм. Опа! Наконец-то! Ё-моё, вот это да! Вот это силище! Вот она, будем говорить, наша цель, ради которой мы и отрудился пару дней, а то и больше. Сам шкив снялся легко и просто. Вот так вот, надо же! Вот такой съемничек. Вот этого шкива, я думаю, будет полезным. Сейчас немножко подшлифую все это дело. Сделаю покрасивее чуть-чуть. Но съемник, конечно, шикарный. Вот он, смотрите. Обхватывает вот так, что никуда не денется. Ну все. Дело сделано. Теперь вынимаем шкив. Вот она наша красота так.
Вот он шкив. Видите, весь целый и невредимый. Это я вот пытался зажимать, видите, небольшие. Вот так все прекрасно. Все прекрасно. Все, делайте вот такие съемники.